Всем привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Сегодня будем учиться объяснять, как пройти в библиотеку, и не только. Итак, сначала нужно сказать «иди прямо». Для этого есть фразы «go straight», «go straight ahead», «go straight on until you come to», «идешь прямо, пока не дойдешь до», «go along the road», «go down» или «walk down the street», или «go up», «walk up the street». Вот это вот вверх-вниз, это уже по ситуации смотришь, да, по ощущениям, где вверх, а где низ. Как сказать «продолжай идти, как идешь»? «Continue straight ahead», дальше можно дистанцию, «for about a mile», например, дистанция может быть любой. «Keep going down the street». Keep walking ahead. Можно сказать take this road, да, продолжай идти по этой дороге. Walk to the corner, иди до угла. Можно сказать follow this street, продолжай идти, да. Или follow the road until you get to the bank. То есть идешь, 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 пока не дойдешь до. Дальше объясняем повороты. Ну, базовые это turn left, поверни налево, turn right, поверни направо. Или можно сказать turn back или go back, иди назад, да? А дальше уточняем. Turn left past the bank. Снова используем слово past, мимо, да? То есть поворачиваешь налево после банка. Еще, кстати, вот это слово past, это предлог, можно заменить глаголом pass. То есть меняем конструкцию. Ты говоришь pass the bank, пройдешь банк, and then turn left. Можно уточнять, куда заворачиваем, да, еще есть варианты. Например, turn right on Lenina Street. Или turn right at the end of the street. Turn right after, после того, after you pass the bakery. Потому что здесь используем глагол, мы говорим after you pass. Еще слово turn можно заменить на go или take. То есть ты говоришь go left или take left at the end of the road. Take the first left. Take the second right when you enter Stephen Street, например. Здесь мы используем определенный артикль, потому что мы говорим, да, что заверни в первый поворот, заверни во второй поворот слева, когда зайдешь на Stephen Street. На этом все. С вами была Кэт. До новых встреч на Puzzle English. It's a party animal.